Всем привет, дорогие друзья! Как вы видите, мы сегодня выбрались на природу и будем сегодня пить чай. Завтра у нас праздник, 12 июня. Вот, все отдыхают, всем, собственно, хорошо. Давно что-то не пилил ролики, думали, что забросил. Не забросил, всего лишь не было времени. Как-то мы вот так вот расположились. Сверху у нас тут ивушка. Ивушка, которая капает на нас. Нам как-то пофиг. Снизу у нас тут реченька такая течет. Птички поют. Лето, одним словом. Тарзаночка висит. Но сегодня мы купаться не будем. Сегодня у нас... Только чай. Надеюсь, я еще, может быть, ставлю в свое видео, как я уезжаю отсюда. Не снял, как мы сегодня ехали сюда. Потому что, наверное, все-таки забыл. Вот. Так. Костер у нас тут горит. Тёма кинул здоровое бревно. Зачем ты его кинул? Ну да. Хотя мы здесь будем не особо долго, но потом будем... Прогорелось. Ну да, то прогорело, сейчас будет это, наверное, схватываться. Ладно. Сейчас будем пить чай. Кстати, вот туда вот прям можно котелок поставить. Ты продумал или это просто так получилось? Ну понятно. Ладно. Все, короче, мы приступаем, наверное, к подготовке чаю. Вот мой котелок. Использовался один раз всего лишь. Как ни странно, пользовались мы только твоим. А мы в нем только гречку варили, да? В нем только гречку. И с ним не осталось. Что это? А чаек? Это осталось, я там чай положил. Гринфилд. Мы мажористые парни. Мы пьем только Гринфилд. Я хотел взять, но что-то не подумал. И сахар. И жарика. А я уже это, как еврей. Постоянно кофе без сахара пью. Откладываю маленькие пакетики, чтобы потом, на случай БП, они пригодились. Да, он шучу. Ну, просто их удобно брать так. Не какой-то там кусковой сахар, а именно такие пакетики насыпал и все. Я тут пока что ничего не делать буду, пока что Тёма приготовит. Это что ты делаешь? Помыть. Так он мытый. Ну, как? Пыль как или нет? Ну просто мыть. Ну да, помоешь. Он не доверяет моему уровню посудомойщика. Ты ехал, и пыль могла залететь. Ты серьезно? Через пакет? Через рюкзак? Ладно. Частица могла. У меня мята была, нужно было мяты взять. Ты любишь сейчас мяту? Нет, не знаю, не пробовал. Я ее не особо люблю. Честно, я не особо люблю. Сейчас мяты, но просто мята своя, и можно было бы ее отведать. Ты еще крышечку помой. Не, крышечку так шибать. Ну что? Давайте помогу. Пустых рубли. Вот. Ну очень так и кошерно получилось. Сейчас мы попробуем его как-то приспособить сюда. Снимаю сегодня с телефона, потому что камера моя почти разряжена. Вот он, опять. Не бог, пальцы. Знакомый палкой. Пейзаж. Ну ты палкой, может, зафиксируй, прям, как знаешь, распоркой. Я так буду. Серьезно? Чтобы не тронул с места. Ну да. Главное, чтобы мое. А вот там вот жар. Не жарко. Ну, мне, кстати, еще не особо жарко. У меня только руки нагреваются. Так, все-таки мы поставили. И теперь посмотрим. Скоро закат будет. Сейчас время у нас 21.18. Двоих сколько лет? 16. Ну, у меня стоит. Ладно. Ой, господи. Провалился куда-то. Так что уже совсем скоро будет темно. Надеюсь, до заката мы все выпьем. Итак, дорогие друзья,
Пока что я, наверное, снимаю со вспышкой. Не знаю, хорошо это или плохо, но видно, кстати, немножко получше. Потому что все-таки это телефон, это не камера никакая. И хотел сегодня сказать про пару слов о китайском огниве. Запилю, конечно, отдельный ролик о этом огниве, потому что я серьезно разочаровался в покупке данного огнива. Это у меня, это не огниво, а ферроцевый стержень. Я просто его купил и сделал ручку, собственно. А это от другого, уже заводского огнива. А это вот такой handmade, но, как я понял, особой ценности он не принесет. Но все-таки ждите видео. Видео будет все подробно рассказано. А это у нас нож от компании Gerber. Рабочий, так сказать, нож мой. Вот. И сейчас посмотрим, что у нас там происходит. Здесь у нас происходит подкладывание веточек в самую топку. Так, я слышу, что уже закипает. Кипит и кипит. Надо уже что-то делать, правда? Так, из всех щелей уже дует у нас дым. И сейчас будет процесс снятия. Наверное, замечали? Да ладно. Чего там? Как-то вот так все происходит. Какое место ты будешь ставить? Вот это? Сюда. Кажется, сюда хорошо. Так, все, пускаем чуть-чуть. Остынет, чтобы мы сняли крышку. А потом закинем чай и будем, собственно, заваривать. Так, где твоя кружка? Сейчас я ее найду. Там ты, наверное, достанешь ее. Ложку возьму. Если что, сахар отмешаю на этот пакетик. Сейчас, секунду. Где-то что-то жужжит. Где-то что-то жужжало, нет, напрягает. Ну, подержи телефон. Это мини-пух. Стой. Процесс должен сняться. Так, держитесь. Собственно, забьем. Главное уничтожать мусор. Лучше всего кинуть его в костер. Нельзя сорить на местах пребывания. Так, не вызывает трудности достать пакетик. Сейчас мы видим, у нас все идет по плану. По плану. И сразу, чтобы не забыть, мусор мы выкидываем в топку. Так, берем тебе крышечку. Крышка у нас еще горячая. Угу. И теперь будем, собственно, ее наставить. Так. Приступаем, дорогие друзья. Всем приятного аппетита. Кто сегодня у нас будет пить чай? Так, пакетики достать. Угу. Сейчас я его чуть. Там вот так уже все хорошо заварилось. Сразу мы их кинем в костер. Так, сахар туда засыпать или в каждом сорёк? В каждом. В каждом. Хорошо, так, значит, приступаем к разлитию. Смотри, как гриб внутри горит. Покажи. Гриб внутри? Из-за вспышки будет, не видно нифига. Блин, нет, молодец. Вспышку надо вырвать. Вспышку мы сейчас не вырубим. Да. Блин, господи. Ну, видно. Что он это?
Внутри клеит. Ну ладно. Так, мы немножко отвлеклись. Чаек, чаек, чаек. Может, одной рукой придержишь ему, или если так аккуратно налью. Один. Блин. Все равно. Ладно, пусть будет. Да. Так, значит, сахарец. Сахарец. Сколько у нас грамм? 5 грамм. 5 грамм сахарца. Ничего, я тебе его кину. Черт, у меня тут уже... Вообще какой-то речка темная из-за вспышки. Да, темная. Сахарец. Один. Оба. Так, ну как обычно. Всем хорошо, а мне не очень. Так. И чутка ложкой. Ложкой. Ну это уже совсем кошерно. Его просто так. Что-то мы близко к деревьям расположились. Нас YouTube забанит за издевательство. Шутка, они там все сухие. Главное, это чай. Чай заготовлен. И это у нас самое... Такое вот у нас видео получилось. Такой вечер. Летний вечер. Что-то дым пошел у нас тут. Сейчас мы задымим. Оно внутри просто сгорело. Ага. Вечером такой чаек у нас. И природа. Природа, вот что самое главное, лето. Да, в принципе, и в каждые времена года. Везде есть свои плюсы. На этом попрощаюсь с вами, дорогие друзья. Подписывайтесь на мой канал, смотрите мои видео. Будет много всего интересного. Опа. Подножки мы все-таки сняли. Сейчас я буду держать. А мы пришли сюда, и у нас тут все мотики в России. И не знаем, как мы сейчас поедем, собственно. Но уже вечереет. Роса у нас выпала. А мы отправляемся в путь. Вот такой вот у нас постскриптум был. Ладно. Ходить по ходу, друзья, это очень круто. Мы вот, например, ездим уже. А на небе появляются первые звезды. Давай. Ну все, ладно. Всем пока, дорогие друзья.